Обстановка в Стаханове такая. В принципе. Люди ходят, машины ездят. Автобусы, такси. В принципе, все это есть. Продукты на рынке прошел. Есть. Дорогие, правда, но есть. Хлеб тоже от 4.40 я смотрел и выше, там и по 5-60, и 8 гривен. Мясные продукты дорогие, но все есть. Вот пенсию выдают. По домам носят по графику в банках ЛНР. В рублях выдают. Заводы не работают. Ни хера плавно, ни вано строитель. Технические углерода. Не знаю, за счет чего люди живут, но в принципе живут, ходят, покупают, ездят. Вот. Вот такая обстановка. Вон газоны даже косят. Траву на газонах здесь. Так что вот вроде бы все так и идет. Пора, как говорится. Воды не было где-то полторы недели, две. Ну сейчас вроде бы. Меня, по крайней мере, идет мутная, но идет. Электричество, газ есть. Связь, интернет есть. РСК Телеком работает. Мобильный МТС не работает с 22 числа. Говорят, лайф работает, я не знаю. АТБ, супермаркет, АТБ не работает, супермаркет. Ну вот, в принципе, так, вкратце. Обстановка. Стаханове.